Иван, Вадим, очень приятно. Но эти глаза очень тяжело перепутать. Что-то сразу первое, что на ум пришло, это Макс Недосяков. Ну, понятно, что это очень близкое, знакомое, естественно, родное. Ну, только метатель такое может вот написать. Булочки и мясо. Это не Нина Савина, да? Слома наполовину, да? Ты думаешь, это очки Джона Леннона или это его прическа? 1 апреля, все с ног на голову, да.